Привет, друзья, всех с Новым годом! В сегодняшнем выпуске хочу вам рассказать о новых изменениях 2022 года в Чехии. Как вы уже в курсе с наших предыдущих видео, в Чехии с 2022 года, с самого начала его, с января, поднимается зарплата. Об этом сегодня будем говорить, о всех финансах, какие выгоды будем получать мы с вами. Итак, друзья, с начала 2022 года минимальная заработная плата в Чехии увеличится на 1000 крон, до 16 200 крон в месяц грубой зарплаты. Хоть минимальная зарплата и распространяется только на самых низкооплачиваемых сотрудников, повышение данной зарплаты влияет и на других работников. В 2022 году работники будут получать реально больше денег, даже если их валовая зарплата останется прежней. Чистая прибыль увеличится благодаря более высокой налоговой льготе для налогоплательщика. Так называемая базовая налоговая скидка на 2022 год увеличивается на 3000 до 30 840 чешских крон. Это дополнительно 250 чешских крон в месяц, а именно 2570 чешских крон вместо прежних 2320 чешских крон в месяц. И эти все прибавки мы увидим уже в январской зарплате, которую обычно выплачивают в начале февраля. Еще один плюс по финансовой выгоде – это у родителей останется чуть больше денег благодаря еще одному изменению, которое правительство приняло в конце 2021 года. Это налоговая скидка на второго ребенка увеличится с нынешних 19 404 крон до 22 320 крон в год. А для третьего и каждого следующего ребенка с 24 204 крон до 27 840 чешских крон. Скидка же на первого ребенка остается прежней 15 204 кроны. Кто не в курсе, о чем я сейчас вообще это говорю, раньше мы записывали видео, вот здесь вот его посмотрите, пожалуйста. Там я более подробно рассказывал, что это за скидка на ребенка, как ее применять и как ее использовать. Так что, грубо говоря, семье с двумя детьми достанется примерно на 2900 крон в год больше, или по-другому плюс 240 крон к зарплате в месяц. А тем семьям, у кого трое детей есть, то примерно на 6500 крон в год или 550 крон в месяц. Как это все будет выглядеть, я вам покажу сейчас на примере. Вот перед вами сейчас есть расчет зарплаты 2022, это, так сказать, калькулятор грубой месячной мзды. Ну, возьмем пример, самый обычный, это 30 тысяч крон грубо месячная мзда, то есть грубая зарплата, которую получает здесь в Чехии, там на заводах, ну, на других предприятиях, складах, это в среднем. Это я сейчас беру в основном ребят, кто работает по рабочей карте, ВНЖ имеет, так сказать, либо ПМЖ, то есть вот здесь можно это все рассчитывать. Берем, сейчас я пока ставлю без детей, то есть 30 тысяч грубая мзда. Здесь у нас есть подсчет наших детей, то есть ставлю 0. И вот мы нажимаем «Выпочитать» и показывает, вот ваша зарплата, грубо говоря, будет чистая, 24 770 крон из 30 тысяч грубого. В год это будет составлять около 300 тысяч крон, то есть все можно здесь увидеть. И вот здесь расписывается уже сколько чего платится, то есть здесь у нас есть работодатель ваш, который платит налоги за вас, вот социальные боишьтыни, 7440 крон из этих 30 тысяч. И здесь здравотне поищение 2700 крон. Плюс сюда же учитывается и расчет вашей страховки, то, что вы платите сами, это опять же социальное поищение, то есть на пенсию, которая уходит 1950 крон с данной зарплаты, и здравотне, то есть здравотка 1350 крон. Дань целком 4500, дань у вас слева уже, то есть налоговая скидка, вот она новая, 2570 крон уже применяется, не 2320. То есть на вот эту вот разницу, грубо говоря, поднимается ваша зарплата. На детей, видите, здесь 0 у нас составляется, и даневый бонус получаем 0. А теперь же смотрите, если мы поставим на одного ребенка, то есть это если вы будете применять еще к своей зарплате слеву на дети, значит зарплата у нас без ребенка была 24 770, а сейчас поставили ребенка, нажимаем выпочитать, и уже видим 26 037 крон у нас будет автоматически увеличена зарплата. Соответственно, и годовая зарплата у вас увеличивается уже на 13 тысяч, там даже на 15 тысяч крон примерно. Также здесь все расписано подробно, и вот оно вам, дань без выгоды на дети, 1267 крон. Ну а если взять двоих детей, которых вы сюда привезли, воссоединили и так дальше, с этой же зарплатой, смотрите, значит, на одного ребенка была зарплата 26 037,
А 2 ребенка, нажимаем «Выпочитать», 27 897. Пожалуйста, ваша зарплата в год увеличивается почти на 22 тысячи. Тоже все здесь расписывается. И вот здесь как раз видите, что на детей вы получаете в месяц на двоих около 3127 крон. И здесь уже еще вам бонус от государства приплачивается 1197 крон. По итогу у вас выходит такая приличная зарплата. Из 30 тысяч почти 28 тысяч вы забираете чистыми. Ну, а у кого уже больше, там, например, там, я не знаю, 40 тысяч крон, кто-то может зарабатывать, плюс там причасы всякие дополнительные и так дальше, то здесь уже видите, зарплата будет, у кого двое детей, зарплата, грубо говоря, там 40 тысяч крон, то будет составлять порядка 36 35, там, 300 крон ваша месячная зарплата. В год тоже исчисления вот такие вот. Так что данный калькулятор я оставляю под видео в описании. Пользуйтесь, смотрите, просчитывайте, чтобы вас не обманывал ваш работодатель, потому что и такие случаи бывают, такие ситуации. Ну и пользуйтесь себе на здоровечко. Знайте, что есть такая система, ее нужно знать обязательно, кто живет и работает в Чехии, чтобы, повторюсь, не быть обманутым. Ну, еще одно изменение, которое касается частных предпринимателей, касается фиксированного налога, это общая сумма ежемесячного аванса изменится для индивидуальных предпринимателей, использующих фиксированный налог в следующем году. Эта сумма в 2022 году будет составлять 5994 кроны. В 2021 году она составляла 5469 крон. Почему решили увеличить эту сумму для индивидуальных предпринимателей? Причина обычная – это увеличение минимальных авансовых платежей на социальное страхование на 15%. То есть в 2022 году сумма на социальное страхование составит 3267 крон. Остальная часть фиксированного налога состоит из минимального аванса платежа за медицинское страхование 2627 крон и подоходного налога 100 крон. Ну что, друзья, вот такой вот финансовый обзор начала 2022 года у нас вышел. Всем желаю в этом году только расти финансово, повышать свои зарплаты, повышать свои уровни. При этом всем желаю крепкого здоровья, не болеть ни в коем случае. И рекомендуем всем смотреть наш канал, быть подписанным на наш канал и не забывать поддерживать все наши видео своими лайками. На этом у меня все. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.